Отлично. О, на тоже теперь половину. Блин, вы шутите, а мне? А я дохлый. Блин, я бы оставил Серега, если бы знал, что енот будет. Сейчас, Серега, тебе вот, вот это вот, вот это все твое. Ребята, в этом ролике мы разыграем Гарри Смот. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Тем удачи! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, енот, Локдог, Серега, пацаны, поздоровайтесь. Здорово. Всем приветики, омлетики. Всем хот-дог. Мы играем в игру Raft, это вторая серия по выживанию, если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пацаны, мы остановились на том, что мы приплыли к какому-то острову без записи. Просто пока была ночь, мы не стали это делать. Ну что, кто там у нас что находит, написали мне в комментариях, чтобы я... На акулу нарвался, и она меня убила. Это гениально. Нет, ребята, стойте. Короче, на дне очень много ресурсов. Да, я буду собирать. А добывается они обычным крючком, которым я достаю предметы, да? Акулу убил. Да? О, красава, разделал. Ребята, мы убили акулу. А как ее разделать? А, все. А просто зажимаешь. Серега, так у нас что, сейчас будет мясо акулы на обед? Да. Давай есть. Давай кушать, Серега. А еще с нее трофей ты получаешь. Ее можно взять на голову. О, а, Дим, это не смотри, три. Локдога. Смотри, Локдога. Блин, теперь говорят, что если одеть акулу головы, то не будет акула нападать. Будет, будет. Будет, обманули, да? О, это давайте просто оденем акулу. А как одеть? А да, ты открываешь инвентарь и просто перетаскиваешь в шапке. Ну теперь... хотя бы это. Акула нас оставит на какое-то время, да? Да, а на минут 10 вроде. Где-то, или 5 вроде. Я убивал, мне хватало. Тю, я нажимаю, она выкидывается почему-то, эта голова акулы. А ты перетаскивай в шапке там делать. О, сейчас одел я ее? Я медь нашел. Понял. А добывай, добывай, железо, медь. Там где футболки, Дим? По максимуму. Я когда перетягиваю, оно вылетает у меня с инвентаря. Это странно как-то сделано почему-то. Ну то ладно. Я, наверное, просто этот не сильно шарю, как эта игра работает еще. Да изучать. Так, у нас что, тут вода есть? Пацаны, бьют воду, а новую не заливают. Мне приходится следить за всем. Если бы меня, вы бы уже все умерли. Яма помогает. Я рыбачил и добываю сейчас там руду. А сколько кусков, получается, с акулы выпадает? 4. Ничего себе, вот это мы еще будем есть. Каждому по куску. Серега, если ты не хочешь, я твой кусок съем. Не, оставь мне, я голодный. Ладно, шучу, шучу. Я съем Локдога кусок. Нет. А чё, надо еще, получается, что дров надо, пацаны, не сгоре, не зажарилось. Надо еще немножко подкинуть дровишек нам. Вот а здесь чего? Я иду за пацанами тоже. Вот и я глину собираю. О, что цветы. Это такое вот навыкидывали здесь? А это не надо, это цветы, это краситель, и она нужна для покраски плода я выкидываю для других инструментов, которые. Я тогда выкидываю. Короче, украшение. Говно. Говнище. Полное при том. Чё, Серега, тут насобирал ты? Деревья срубил. Глину, медь, хлам, пластик. Говнище какое-то. Это говнище, молодец. Ага, красавчик. Хотя бы на какой-то период нас акула эта вонючая оставит в покое, Дима. Ну да. Пока ее нету, песок, короче, я поныряю. Подобывай вместе с нами песок, он отличается от песка, который обычно. Ага. Вот эта акула прям кошмарила, не знаю, она меня в прошлой серии аж за жопу укусила. Она меня тоже несколько раз. О, Локдога вижу. Так меня даже на кровать пришлось ложить, потому что она меня это, ну, пол жопы откусила. Нифига себе. Пол жопы? Да. Крюк сломался, пока все добывал. Так бывает. Ой, ты что, мне железо? Я уже добиваю. Железо нашел. Я нашел железо. О, железо. Я добыл 3 железных руды. Кислород, кислород, камень. Кислород завтыкал. Пацаны. Ух, чуть не сдох. Бабай с ней. Там надо переплавить песок и получить стекло. Кокос. Акула пришла. Отлично. Акула пришла? Уже? Отвали, тварь! Она меня хотела атаковать.
промахнулась, потому что я как-то вверх жопой давайте, плавал. Давайте ее, вон она за локдом. Давай, сейчас. Давай, короче, у тебя есть копье? Да. У кого еще есть копье? У меня нет копья. Давайте втроем налетим. Давайте. Короче, выруливаем, давайте, нам надо хлам. Все, отправляемся. Я иду за ней. Так. Мочите ее, вы где, блин, а? Да, Серега, так надо обговорить же втроем резко. Ну блин, ну вот она, я ну, так сказал, я думал, с плода ее валить, когда она подплывет. Меня немного так бесполезно. Да? Мне кажется, есть да. В этом. Так мы тогда с плода вместе втроем спрыгнем. Давайте запрыгивай. Кирпич втроем. Третьим засов. И что мы можем построить? Кирпичное здание? Из кирпича мы сможем сделать плавильню и все остальные инструменты, чтобы нам делать уже и железные. Так, мы плывем? Вот. Видишь, плавильня. Да. Плывем. У нас есть теперь плавильня. Офигеть. У нас, короче, сейчас будет классное выживание. Так что, ребята, смотрите ролик до конца. Он будет, конечно, очень длинный, как вы любите. И я тоже, кстати, люблю. Это хорошо. Дождь пошел. Кстати, прикольно сделана здесь погода. Ой, у меня здесь... это, нема еды. Есть еда, пацаны? Досок нема. Песок. Быстрее тогда, быстрее. Собираем песок. Ой. Песок, надо нам дровишки. О, желудок уже пукает. Давайте туда тоже, в эту сторону. Вот. Я положил доски. Во. Все, мы плывем. Кстати, очень быстро плывем. У меня есть. Надо, чтобы у нас ловушки собирали мусор еще. Где? Надо в ту сторону поворачивать. Так, вода есть? Ловушки. Пьем водички. Набираем водички. А кто собрал овощи и не посадил обратно? Ну, такие есть среди нас. У нас тогда вообще не будет их. У меня арбуз есть, я посажу. Ой, нет, воды не той выпил. Дайте, пожалуйста, 6 это досок. Маленькая грядка, Сереж, надо среднюю. Пальмовая семечка. Ананас. Мне нужно 6 досочек. Мясо сжарилось. О, нормально, это половина Дима, голода это добавилась. Это Дима, наверное, съел. Я не ел. Дай мне глину. Кому дать глину? Всю глину, да. Песок, хлам, камень. Ты мне все кинул. А почему мы, пацаны, плывем, а нет мусора на озере? Ой, на океане. Есть. А вон он, слева. Вот глина, на. Понял. О, все, сейчас мы лучше еще скрафтить. Ребята, собираем. Отлично. Поехало. Жарище. Как можно быстрее плавильню скрафтить. Лок-дог, тебе доски нужны? Да, собираем. На. Спасибо. Вот, еще одна. Поехали, движуха, пацаны. В четыре крючка работаем. Ускоряемся. Плот наш. Молодец, Серега, это хороший знак. О, веревки сколько получил я. Офигеть. Так, а что у меня? У меня очень мало вещей. Что с головой? Что я могу с головой делать вообще? Ты можешь либо ее носить, либо повесить как трофей. А куда повешать можно? Доску для трофея, надо мне одну доску, и я повешу. Можешь повесить. Понял. Тогда доску? Ну, не, лучше потратить на еду, все подобное. Ага, давайте, кому там еще еду? Пополнить доски, отлично, ребята. О, хотя бы чуть-чуть еды. Так, вы воду набрали? Набирайте воду, обязательно, чтобы вода сразу делалась. А, доска моя. Здесь ничего нету. Хорошо, выживаем. Повышенный фильтр построить. Давайте, тогда вода будет быстрее, да, добавляться? Да, надо 4 стекла, а это, чтобы получилось стекло, вот сейчас надо кирпичи, чтобы они засохли. А сейчас дождь идет, сейчас не получится. Да, тут даже это влияет роль, что даже если будет классно. Круто, мне нравится. Вот, видишь, вот, Дим, смотри, я вот прыгаю, тут три кирпичика за тебя. Да, я вижу. Да. Вот, а как делать кирпич? Что надо для этого? Глина, для этого надо две длины и длины? Пластик. Длины и пластик. А, два песка и два глины. Глины. Так, я поймал две рыбы, сельдь. О, Серега, жарь, сразу жарь. У меня очень много дерева, могу пополнить печки. Подожди. О, еще морской лещ. Серега, ты профессионал. Я полностью свою удочку сломаю. Давайте мы тоже удочку себе попробуем скрафтить. Болты надо мне, да? А болты? Надо крафтить или болты выпадают с чего-то? С бочки.
Их надо делать из хлама. А есть еда? Хавает, 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 сломайте, у меня нет, на. Хавает, сломайте. У меня нету. Что там, прям сильно, да, хавает? Да, съела. Подождите, воды набираем. Доски, доски, доски. Что я поставил? Я ее два раза или три раза ударил, но она успела. Ну, три раза ее. Друг, дай пальмовое семечко. Ой, дай что, я воду не тупил. Сейчас я посажу. И туда нажимаю. Век живи, век учись, и дурачком помрешь. Вот, Дим, смотри, пальмовая. Пальма тебе растет. Да? Да, вот. Так что ты опять не той воды напился. Так, давайте плод поувеличиваем. Это хорошая будет тема. Так. Ай-яй-яй, что-то... Ой-ой-ой-ой-ой. Плыви, плыви, плыви. А что ж такое, пацаны, не могу залезть на плод. Остановите плод, или что такое? Так, всё, сейчас будет пресная вода, не надо. Не пить надо. Не пейте. А чё? У меня ноль воды. Что ж такое, нам надо дерево. Уже вот рыбу кто-то... А, нет, вот готовая рыба. Отлично. Делаем воду. Отлично. Плавильня для чего нужна? Ага, чтобы всё. Стекло и всё остальное. Да, 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 нам нужна плавильня, чтобы потом сделать стекло и автоматическую воду. Чтобы досок не потреблять. Ой, косожопы, два дурачка собрались. Что Дима, что я. Да-да-да-да-да. Косипу уши. Хоть что-то. Так, что я могу посидеть, да, на туалете? Класс, посидели, отлично. Посри. Я нам сделаю первое хранилище. Давай. Вот, я его поставил под лестницу. Ты успел. Так, будем просто на Е нажимать, да, и собирать. Отлично. Под лестницей у нас есть маленькое хранилище. О, один кирпич готов. Хорошо. А стены можем построить, да? Да, можно хоть целый домик. Из дерева? Построить. Да хоть из пальмы. Дерево? У меня в моем мире, у меня там пальмовый домичек. Красивенький все сделал. Все профессионал. Же. Хорошо играешь. Ну, я дошел только до третьего острова, я ленивый. Доходи дальше. Так, сейчас будет темнеть. Надо картошку посадить. Вода там есть, все есть не у нас? Жрите, а еда не есть? Жрите. Не жрать? Хорошо, мы не будем жрать. Ой, сколько дерева плывет. Я забираю все дерево. Четыре штуки. Ну, два успел точно забрать. Плавильно будет много есть дерева. А можно крючок, который дальше кидается или нет? Вроде это над железным экраном. Ну-ка. Во, отлично. Впереди три бочки плывет. Да? Да, вон впереди. Ой, что-то у меня еда уже остров, надо. Остров. Там правее надо брать. Правее, берем правее. О, черепаха, бить ее надо, да? Не-не-не. А я думал, ее можно замочить. Быстрее. Остров прямо по курсу, и ночь наступает. Мне нужна вода. Ой-ой-ой. А мне? Рукав, говорю. Спасибо. Ты выпил. Блин, мне так урчит в животе. Жрать надо меньше. А как это игра, где надо постоянно есть? Ну, видишь, игра на это рассчитана. Ну и давай, спасибо тебе. Ну, тебя постоянно акула не пыталась тебя атаковать, надо прыгать в воде. Да? Да, и тогда она будет постоянно агриться на тебя и отагриваться. И тем самым ты сможешь... Она от тебя будет отплывать на какое-то расстояние, ты сможешь доплыть. Прямо на остров плывем. Да, да, прикольно, плывем. Водички бы попить мне. Ты сможешь как можно больше проплыть там вода до делается. Того, как она тебя укусит. Ты профессионально, да, в эту игру знаешь, как играть? Ну, что могу рассказать? Пацаны, а там еды нету случайно ни у кого? Ой, нет, только готовится все. Готовится одна рыбка. Можно я ее съем?
Потому что сейчас я упаду. Ой, оказывается, посылку выловил. Жрет. О, что, положи кусок? Жрет, алло, Сереж. Кто там жрет? Делал ловушку, тварь. Бейте ее, эту овцу. Еще и здесь птица пошла вон. Давай, рыбка, жарься. Из-за этой акулы пропустил много чего и всрали ловушку. Ладно, Серега, что не пропустить обед. Недорого. Ну, вообще дорого. Два гвоздя, 8 веревок. 6. Лама впереди, смотрите, сколько. Угу. Очень много. Надо прямо вправо. Можно просто прямо. Этот на Е нажимать и собирать. А, мы обзываем мусор. Я плыву к бочке. Не забывай прыгать, да. Да-да-да, Серега, акула сзади. Укусила тварь. А если она тебя убьет, ты на дно то уйдешь? Не, он будет просто плыть на том уровне, которым его убили. Понял. Фух, все, я жив. Ну? О, за крючок зацепилась. Ребят, мы остров проплываем. А так вырулевывайте. Так, удочка. Доска. А, веревку. Веревку можно скрафтить. Вроде бы здесь вот. Веревка. Вот здесь, мне кажется, я как-то могу. Делаем веревку. Удочка. Так, доски надо мне. А, веревки еще одной не хватает. Нифига себе. Роза. Вы научились розы. Я бросаю, я... Пацаны, а тут есть какие-то острова, которые прям большие? Да. Да. Прям здоровенные, прям, ну, их очень. Их несколько, да. А, они есть? Тут все-таки... Есть запрошенный город, есть город выживших. И есть еще... Типа маяка, кто там сигнализирующий. Так, все, мы стоим на месте. А, якорь кинули. Все, тогда точно можем лутать сколько захотим. О, я арбуз взял. Арбуз сразу есть, да, можно? Он да, можно его хоть сразу есть. Он много воды все восполняет. Воды, воду и еды немного восполняет. Отлично. А если будет семена, то это вообще супер. У нас будет много воды. Ну, это надо подождать, пока я семена сделаю. Пока они не выйдут с меня. Док, но не забывают бывает иногда. Так, пацаны, ну что, где вы? Вижу. Мне нужна, получается, один песок, две глины. И у нас будет плавить. Я эту акулу ненавижу. Она мне не даст нормально под водой подфармить, а? Вот такая вот акула. А чё она от нас не отстанет? Мы ее собрату убили, а она лезет, сейчас тоже умрет, не дай бог. Ой, Сереж, ты бы видел, сколько на моем плоту этих голов. Не знаю. Пацаны, ну что, плывем? Надо чуть-чуть до удочки насобирать еще. Не, Дим, надо под водой как максимально больше песка собрать. Да? Да, всё, надо ныряю. Грядки нам делать. Ныряй, если что, подниму, у нас четверо, поднимите. Ой-ой-ой, вижу. Блин, классно сделана игрушка, что можно все добывать здесь. Резы всякие. Ты что, акула проплыла? Да, это на меня она хавает. Успей. Она как будто меня сейчас хотела сожрать. Вот. Успевай. Время есть. Не добывается пить. Что-то. Ладно, выныриваем. Какой-нибудь больно, пол хп. Выныриваем. Ого, как глубоко как. Тут-то глубоко прям реально. А посреди океана реально до дна доплыть? А, там ничего нету. А, да? Там акула, тварь! Ничего. Ага. Она больно укусила за бок. Ну, тебя в жопу. Ну чё, поплыли? Сейчас. Нет, по максимуму забираем все. Так, блин, а как жизни пополнять? Они сами пополняются? Да, потихоньку. Понял, так, крючок надо скрафтить. Водоросли, что, они нам нужны? Водоросли, да, обязательно. Пластиковые крючки. Из водорослей сделаем клей, и у нас будет это. А что ты выкинул? Да, отвлеките на себя акулу, там под кораблем, под плотом дофига ресов еще. Мне хп мало. Лок-док. Ты сам-то уже. Ну, Серега, ну боимся мы акулу. Сыкуны. Да ну не сыкуны, мы просто любим жизнь. Дай мне чем ее фигарить, я буду ее фигарить, пока всё, ты будешь. Всё, у меня крюк сломался. А, все, я сам скрасился. Ныряю, всё. Не боюсь, из жизни пополняю. Погнали, все вместе эту акулу сейчас. А, собираю водоросли, где... Ай, укусила тварь. Чего она такая сильная? Не, ее спроси.
Я уже боюсь нырять из-за нее в воду. У меня кислорода мало. А сейчас умру, если она меня укусит. Ну, еще давайте наверх, давайте наверх, наверх, наверх. А Дима уже наверху сидит. Получил один раз, все, сидит. Жрет, жрет. Ах ты, тварь. На, пап, тыкве ей дала. Вы чинить не забывайте. А болт из чего делается? Из... О, утро. Нет, болт. А, болт? Из железа. Все, поплыли. Че, может, уже поплыли, давайте, ну. Поплыли, да. А кого топор, срубите пальму. Я же срубил. Не, а поднимаем. Рублю, где? Я рублю уже. Че, поплыли а мы, да? Она еще не... А, вот, все, теперь доросла. Или нет? Да нет. Не, не доросла еще. Разве? Вот так вот. Не, она не рубится. Она должна быть выше, чем. Мне еда нужна срочно. А акула, акула, что? Акула. Ой, ребят, у меня рецепт есть. Ах ты, тварь, иди сюда. Так, я буду на едоски собирать. Отлично, я успеваю. У меня есть рецепт чего-то. Да? Рыбное жаркое. Простое рыбное жаркое. Вот, не успел. Ну так? Одну картошку мне оставьте, я там на костер кину. У меня уже все, у меня голод. У меня тоже. А что там готовится, да, у нас еда? Да. Картошка. Я сейчас помру. Видите, о еде заговорили, Дима сразу же. Ну а вдруг там, ну можно. Ну нельзя. Ну чуть-чуть, Серега. Тебе же жалко еды человеческой дать. Так, я вижу, у нас пооткрывались, да, еще крафты всякие разные. Да, сейчас откроется очень много крафтов, как я сделаю. Ты молодец. Серега, дверь. Я за бочкой. А что там в бочке может выпасть? Что-то прикольное, да? Там может веревки сразу же сделанные выпасть, болты. Офигеть. Талант. Все то, что... Там даже камень может валяться просто. О, я удочку сейчас сделаю, смотрите. Оп, удочка есть. Там... Пацаны, я, короче, буду еду нам добывать. Давай. Чуть-чуть. Мне нужен один хлам, одна доска, блин. Один удочка. Одна доска есть. Там я свекла вижу. Енот лежит. Угу. Я сейчас очень сильно помираю. Она жрет, не жрет? Нет, не жрет. А, я не удочку изготовил. Вот, я не то сделал. Вот, теперь удочка есть, отлично. Один хлам. Сейчас. На. Я выбросил. А если я сейчас поймаю большую рыбу, мы сможем ее пожарить или нет? Нам нужно гриль. Гриль надо делать, короче, пацан. О, есть. Так, сырой морской лещ. Я буду, пацаны, кормить нас. Ну, кстати, Дим, помнишь, я в прошлой серии говорил то, что пугало будет потихоньку разрушаться? Да. Ее будет ворона. Видишь, она у тебя безрукая. Акула, акула. Ой-ой-ой, кусанула нашего. Не-не-не, не кусанула. У меня две посылки есть, я открываю. Вот, ага. Так, рыбка. Так, что такое? Так. Так. Мы скоро сможем сделать бутылки, и там будет намного больше помещаться воды. Вот, теперь рубится. Пацаны, надо еще, короче, нам ставить для воды и для еды. Чтобы мы сразу много-много готовили, не отвлекались на это. У нас был всегда запас еды. А то фигня это все, мы постоянно... Запас воды у нас скоро будет очень много, и мы не будем даже вообще дерево тратить на это. Так, давай быстрее. Ну, это к кирпичу, дуй на него, чтобы он быстрее засох. Ну, блин, ставь его на солнце, а не в тенек. Он и так стоит на солнце. Вот, все, высад. Все, ставлю. Так. О. Давайте здесь хочу поставим. А, у меня крюк сломался. Отлично. Так, тут рыба должна уже быть жареная. Вторую ложим. Жареную едим. Остров. Да? Лево руля. Вон. Право руля. Да? Еще здоровый, посмотри. Он здоровый, Дим. Да? Ты сам посмотри. Офигеть, да. Ребята, наконец-то будет классная, веселая серия, потому что сейчас мы будем изучать здоровенный, офигенный остров. А еще здесь, кстати, есть фишка, когда на корабле никого нету, акула на него не нападает. Так, у меня есть медь есть, камень и песок. Что кому дать? У меня есть чертеж антенна.
У меня есть чертеж приемника. А. Это я тебе уже давно скинул в первой серии, Дим. А. Я просто хотел проверить. Видишь, тоже запомнил. Так, пацаны, ну что? Я наелся отлично, а вы там голодные, нормально все? Я голодный. Сейчас буду рыбку жарить. Я просто три рыбки съел, так хотел кушать, вкусно пахло. Все съел. Сейчас большую рыбу уже хочу поймать. Идет. Будем гриль делать. Пока если что, там может быть... Акула тварь идет. А ну, ты тварь. Ты умрешь. Добьем, пацаны, ее все-таки, да? Так, да. Рыба одна жарится, пацаны. Вот, Дим, смотри, вот плавильня. Дим, вот он, да. Я смотрю, вот плавильня. Тюй, блин, побежал не затем. Не туди. Во, вижу, печка. Да. О, и что мы теперь там у нас надо будет? Дерево туда, под нее на дерево. Давай я положу, у меня есть. Давай. Все, и у нас скоро будет сок лианы, и мы сможем... Она не жрет. Не, не жрет. Я ее пытаюсь выманить. И мы сможем, пацаны, сделать пластиковые бутылки. Три рыбки жарятся. Кто хочет, покушает. Я одну съем, пожалуй. Лупаш, я пока весь этот... А дальше буду кормить. Пойду. Кормились ты наш. Не, ну я просто знаю, что тут можно умереть от голода, и тупая серия получится. Дима, валяемся вчетвером. Выйдет не на такой. Помогите, да. Закидываем еще раз. Вот там ящик. Вот это он гигантский. Смотри, там может быть и корабль на этом острове, Дим. Да? Возможно, да. Мне это нравится. Самолет может быть, да. Если самолет, то будет вообще прикольно. Мы получим еще достижение. Отлично. Пацаны, вы там рыбу забрали, все? Я... Дайте мне рыбку. А зачем я дебил, скрафтил каменные стрелы. Я думаю, это каменное... Ты будешь каменными стрелами теперь лопашить? Я думаю, это копье. Так, все, доску положил, все положил. Подожди, не сбрасывай, воткнемся тогда. Да, да, не надо, чтобы не плыть. Две акулы. А, то, блин, хвост ее, думал, две акулы. Две это уже. Левее надо было на песочек. Ну то нормально. Пойдет, сразу видно, рахит твой. Давайте ее изобьем и пойдем. Замочим ее, да? Давайте прыгаем, погнали. Так, изучаем остров. Тут такие какие-то крутые стены постоянно делают, что нельзя просто кусок земли запилить. На ты. Так надо. Я два раза ее цапнул. Мы не шарим. Ой, я, блин, не поел рыбы, там мы оставили хотя бы рыбу, интересно. Да, жарится, три прям жарится рыбы. А то я еще сдохну. Так, что мне надо для топора? Мне надо доски, которые я всем раздал, и веревку. Отлично, камень есть. Дерева мы добудем сейчас много. Да? Давай. Закончится тоже быстро. О, тут курица бегает, лови курицу. А как листья добывать? А, у нас нет... Листья нельзя так собирать, которые с кактусов? Нет, просто... Дима, смотри, курица бегает, лови курицу. А как дерево этот? А, у меня нема топораж. Дима, курица. А что она этот? Ее убить можно крючком? Да, да, да. О, так и не знал, что так можно. Ой, ловим ее все. Аборигены скупили. Да, да, да. Смотрите, Дим, засними ее, смотри, какая она ржачная. А я не вижу вас. Чего? Ты, походу, убежал вместе с локдогом куда-то. Да, локдог специально ведет меня не туда. А ты не иди за ним. Я иду назад, я возвращаюсь. О, я вижу вас. Иди сюда, курица. Ой, тут птица с камнем летает. Я возвращаюсь, куда? Пацаны. Лама! Лама, привет. Так, разбегались. Вижу. Вот. Вон, Дим, лови. О, вижу. Копьем а как Е нажимать надо? Копьем, а, копьем. А где она? Вижу. Она шустрая, блин. Она в воду может прыгнуть и умереть? Нет. Три дебила это силы. Иди сюда, тварь. Я устал, блин, бегать за ней, а. У меня удочка поломалась. Ах ты. Птица, тварь! Она мне камень кинула, или что? Камень кинула по голове, представляете? Это про этих стервятников я говорил. И уго, их тут двое. Сейчас еще кинет камень, а? Надо лук скрафтить и убить их. Пацаны, у меня еды нету, надо возвращаться в офис. Лови рыбу пока, Дим. А удочки нет, поломилась удочка. Сейчас посмотрю. Я вам все скормил. Сейчас.
Блин, стрёмно. Пацаны, если что, еды мне принесете какой-то? Лок-дог. Что? Арбузная семечка. Дай я. Арбузная дог. Семечка есть. Сколько тебе? Что? Не знаю, мне 6 надо, чтобы Диме надо удочку скрафтить. Чё надо тебе? Диме надо я удочку скрафтить. Мне хватает все. Да, мне нету. У меня нету только досок. Иди ко мне, я тебе рыба дам. Есть. Жареная рыба сзади. Есть. Вода, вода, вода. Вот он. Быстрей. А чё ж вы воду не заготовили? Я... Ну, ё-моё, с кем я играю? В смысле? Она сам акула жрёт, Дим, но ты же на плоту, следи за ним. Так воды нету, вообще ноль была. Так акула же жрёт. А чё ж, я не видел, я слышал, но не видел. Ну ты невнимательный, значит. Конечно, с другого конца. Я огород нашел. Тут арбузы растут. Быстрее, 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 вода. Ну? Антенна стоит. Если ты можешь ее забрать, забирай. Я забрал ящик, тут сок лианы, хлам, доска. Дима, лови я ящик. Я тут рублю пока что все. Там сейчас тебя может шабануть. Чё, лама. Да? Ламу не раз. Трогать, да? Ламу не трогать, они твари болючие. А еще с них можно шерсть, их можно приручить, и с них будет шерсть добываться. Mm-hmm. Их стараются как можно быстрее. Кабан! А кабана mm-hmm. тоже копье надо фигачить? Да, их тоже можно трофей получить. Дим, на тебе удочку. Так. Ребят, тут кабана меня. Дим, удочка. Кабан может тебя посадить вот, на... Отлично, ребята. Вот вот. Готовим рыбку. А дерево, если что, подкинете? У меня копье сломалось. Дерево добываемое. Так, мы пока на карасей охотимся. Ой, охотимся, ловим. Я на курицу эту. Отлично, поймали рыбку. Я кабана мочу копьем. А где лут подводный, я его чуть не вижу. А, он у берегов песчаных. Ну? Дождик пошел. Дождик пошел. О, у вас раньше пошел, чем у меня. Реалистично. Так, что у меня есть? Лам. Черный цветок. Белый цветок. Я сейчас сдохну. От кого? От кабана. Тут еще стервятник в меня, блин, камни кидает. Я сдохну. Дим, ты такой большой остров, может, погуляешься? Ребят, поможете, может, мне? А надо? Насколько да. он большой? Кабын! Кабын! Пошел в жопу. Так, надо поддерживать. Так, а где моя рыба? Я же рыбу ловил. А вот есть. Опа. Коньк. А я кабана в жопу пихаю. А кабана в жопу пихаешь? Спасение. Странное действие ты выполняешь? Так, а можно поймать акулу на удочку? Нет. Печально. Ой, меня кабан насадил на свои. Отлично. У меня копье сломалось, за мной кабан бегает. О, большая рыбка. Кенгуру еще, кстати. Так, а семечко вы могу да посадить? Про тебя, за мной, Сереж, за мной кабан. Прикалывается. Я в него сломал свое копье. Но ему там тоже надо мажу прилично. Его надо металлическим лучше убивать. Мы сейчас его так добьем, но уже нормально так надамажили его. Так, я иду. Я иду. Может вы реально на кабана это набросите? С него как-никак мясо выпадает, трофеи. Да, давайте. Все, а где вы все? Я иду. Дим, я иду к тебе. Стой там, ну, возле плота. А чё так? Вижу тебя. Потому что ты сейчас потеряешься. Вот я. Как ты меня видишь? Где ты? Вот. А, это лок-дог прыгнул. Ага. Ты опять сейчас за ним пойдешь? Не-не-не-не-не, я буду, я на плоту стою. Вот он я. Подошел. Пошли. Погнали. Сейчас будешь кабана. Только смотри, он тебя насадит на кукан, и все, и будешь с ним кататься. А у меня 100 хп. Повезло. А шо? А у меня нет. Ну это твои проблемы, я буду сейчас его бить. Сколько ударов надо копьем в голову сделать? Нет, я к вам. Много. Я в него копье все сломал. А. Ребят, я к вам телепортировался. Как так? Каким образом-то? Нифига себе, мы такие скалолазы здесь жесткие. Да.
Прям вообще хоть куда. О, Сережка, как дела? Помогай уже. А где это челепиздрик? А вот она. Развлекайся, Дим, я пошел, Сережа. А не, я с вами. А ну пошли тогда, пускай там сам бегает. Я, ну, его кабаном, в жопу. Я вам помогу с кабаном разобраться, у меня копье целое. Он сзади, да, блин, да, прям что? Скачет, я его боюсь. Дим, ты сразу в сторону отходи, когда он на тебя разбег берет. Да я его боюсь, что-то. Как разбег он на тебя берет, отходи в сторону и все. Понял, понял. Локдог, плот. Ах ты, тварь. Еще урожай, ну пошли вон. Не успел, не успел. Не, все нормально. Да не, все нормально, все пойдет. Водичка готова. Еда вам, пацаны, приготовлена. Ждал я вас годами. Два песка надо переплавить, и у нас будет, короче, автоматический опреснитель. Туда не надо. О, серьезно? А я тебе два песка дам. Кому дать песок? Мне. У меня есть песок, не надо. У меня есть один песок. Все, погнал уже. Я пойду кабана мочить. Мы еще переплавим, сделаем автоматически этот опреснитель, нам не надо будет доски на воду тратить. Вообще, знаете, как я сдох? Меня не то, что кабан убил, меня, блин, стервятник, блин, камень на голову сбросил, урод. Я акула, это молокула нам. Лупашат уже. Нужна еда. Рад, что можно рыбу ловить и по плоту ходить в это время, пока она там ловится. Так, все кушаю, да? А можно автоматическую еду сделать? А вы кабана убили уже? Или нет? Нет, не убили. Надо идти все вместе, туда идти одному и слиться. Я уже иду на него. Ты думаешь, ты сможешь его убить? Ну да, главное в сторону отходить вовремя. Ага. Это да вроде железо ложил, док-док. А вон, я его вижу, он рядом с ламой ходит. Ну на этот, или нет? Нет. Дать железо? Нет, не надо. Надо вот, нет, надо его переплавить, Дим. Это одно это дать, а его надо переплавить же. Ты сможешь переплавить? А у нас одна единственная плавильня, поэтому. Понял. Все, я в пещеру кто-то зашел. Изучай стекло. А, ты еще сок. О, вы изучили. Там пустая бутылка. Это бутылка, чтобы было больше места. Ага. Для воды, чтобы. Нужно тут лопата нужна. Что еще надо? Жарим. Лопата. О, я грибы нашел. Лук? Да, из этот лук теперь у нас есть. Но нужен сок. Я грибы нашел, ребята. Я собираю грибы. Забирай грибы. Грибы пещерные. Забрал. Пещерные грибы. Мой гриб. Видишь, я съем кусочек. Каждый день. Так. Так. Я в какой-то пещере, абориген. Ящик нашел. Железный слиток, стекло. Серега, это вообще мочит, а мы как дурачки здесь на плоту втыкаем. Нет, вы тоже делом занимаетесь. Да, я этот выживаю еду, ем, поглощаю много еды. Обжора без мотора, это Дима. Ну а что, если еда может кончиться резко? Есть пальмовые листья или веревка сразу же? Сейчас дам. Давай. Ананасы нашел. А, не, нету. Да ну-ка, на самый верх горы можно забраться или нет? А положите дровишек к рыбе, а то она не жарится. Да. Мне нету дров. Есть, вроде все отдал. Лок-док вылетел, походу. Да, так бывает. Да, вылетел. Уже поздно, тем более, ребята, мы записываем вечером. Так, сколько время на самом деле-то уже? 10:30 мы играем. Ну, мне нравится игра, она такая расслабляющая. Лок-док зашел назад. Ну-ка. Я сейчас голодать буду. Не? А что, не мая это? Надо дровишек подкинуть. О, рыба тут есть готовая. Да. Дим, ты сегодня не хочешь есть? Не, нормально все. Четко. Меня ж, ну сам следишь, сам ешь, да? Ну да, я ж как. Ну тот, кто готовит еду, он голодный не будет. Дима, нажми букву Т, там история будет небольшая. Посмотрю, потом, да. Рыбку ловлю. Лижечка, до заметки. Вторая. Я вернулся, 9. Ребят. Есть вот дровишки, да. Серега, подкинь на гриль. Дровишек. Давайте будем плыть, у нас ресурсы кончаются. Не, там деревья, знаешь, как можно добыть? Понял. Я уже добыл все деревья там. Так, ну, что, плывем? Мало. Наверху.
Это разве пальмы? Только пальмы можно добывать. Нет, можно все добывать. Я пробовал, нифига. Не? Ну, а что это за спутник в небе мигает? А, то звезда по имени Солнца, это просто из облаков. Тогда плывем, да? Ага. Ну, тогда плывем. Сбрасываем якорь. А где якорь? Как его сбрасывать? А он одноразовый, он просто выбрасывается и все. А, понял. Серег, в книжку засунь там слиток железный. Его надо изучить, чтобы им пользоваться. Не, не мое. Так. А я помню, мы вроде тут находили какие-то заброшенные плоты, да? Такое есть тут или лодки? Они все еще, да, есть. Даже если когда-то были, они все еще есть. Только они сейчас стали намного реже, потому что с помощью них игроки очень быстро развивались. Неимоверно. Да? Там просто такая. Я помню, что мы когда находили, мы прям сильно поднимались. Так, у нас ветер не в ту сторону дует. Давайте тогда за ветром будем плыть. Посмотри просто, сколько я всего изучил. Ты псих, Серега. О, улучшенный гриль, вот на ней можно уже готовить. Да? Там по три блюда, да. Маленькие рыбешки, например, три. Блин, лок-док вышло, когда надо было сделать автоматическую эту станцию для воды. А я, у меня все дал для этого, сейчас я все сделаю. А, понял, отлично. Так. Мне не хватает только 8 дерева. Это плохо, 8? Давайте вообще в другую сторону. Давайте в эту сторону будем плыть. 11 штук, последнее даю. И нам этого, нам больше дерева на воду не надо. О, теперь мы за ветром плывем, скорость есть. Не хлама. Просто смотрите, набираете вот. Так. Дим, смотри, берешь, наливаешь сюда воду по максимуму. Угу. И потом просто ждешь, пока от солнца она. Офигеть! Давай. Тут я очень много емкости. Я буду набирать. Все. А, все. Ты можешь? А, вот, все. Получается, она испаряется по стеклу и сюда, да? Да. Круто. Если я стекло добавлю, то оно изучится. А уже, да, уже изучили стекло. Или вроде нет. А, не, вроде не изучали стекло. Да, моя вода все тут. Так что вот про это можно забыть, потому что она очень много требует. Дерева. Да? Теперь можно что, убрать? Ну, сейчас оно докипятит тогда уж. Понял. Так, мы плывем на бочке. Смотрите, впереди две бочки. Приближаем. Ой, да, три бочки. Вижу. Короче, у нас хороший улов сейчас будет, пацанчики. Все четко, нормально. Играем. Ну-ка, проплываем, бочечки. Акула вонючка, уходи. Мне бы скрафтить оружие, это опять не без оружия. Да? Вот, смотри, Дим, уже сразу же она. Смотри, как быстро и много воды. Ого! То есть можно напиться. И все. Сколько хочешь. Интернет. Бочка. У нас там в бочке. Да. Ого! Бочка тема. Надо подрулить. О, можно тема. Рандомное место. А я пойду за теми двумя бочками. Моя. Теперь есть. Я тебя. Пиваю. Главное, чтобы успел я тебя доплыть. Подрулевываем теперь на ту бочку. Бочка. Опа. Вот успел. Так вот. А меня пытаются сожрать. Дима. Привет. Ой, упсили. Плывем на бочечки. Пойди чуть-чуть левее. Здесь чуть-чуть левее. О. Листья успевают? Смотри, бочка рядом. Отлично. Жрёт. А ну пошли вон. Тварь. Листья. Пластиковая бочка. Ребята, просто бегаем по плоту и успеваем забирать. Все, не надо даже крючок. Крючком долговато, здесь прям быстро. О, свекла. Листья обязательно надо, веревку нам. И доску сразу. Все, гамму засыпаем. Сейчас лучше копить на улучшенную гриль. Чтобы могли реально быстрее, да, все делать? У нас тогда будет вообще капец. Мы сможем сразу на одной гриле, мы сможем три блюда маленьких готовить. О, так это классно. И либо два кусочка мяса. А ты сделал автоматическую эту? А вот же вода, смотри. Вот. А, что, я же забыл. Берешь, я думал... вливаешь, пьешь. Я правда. Думал, автоматическая что-то еще там может какую-то фишку сделать. И можешь сразу заранее налить. Вот, все. Только можно налить столько, сколько не хватает. О, что это за ящик плывет? Я такого еще не видал. А это типа там больше предметов будет. Ого, нифига себе. Та же самая бочка. Прям жирно вообще.
У меня крючок сломался, но мы его сейчас сделаем за 5 секунд. А я тебе могу дать, ты же скрафтил и выкинул крючок. А, ну да, я как лох сделал тогда, я помню, думаю, что он у меня пропал. Знаете, ребята, да. Я на острове почему-то заспаунился. Разворачиваемся, что? Что, плывем до Сереги? Да, мы все равно недалеко плывем. А если он опять потом телепортируется? Нам туда. Нет, туда он не знает, как он там с эсами. Серега, что ты там делаешь? С кабаном дерусь. Убил кабана. О, кабана завалил. Смотри, Дим, достижение дождали. Нифига себе, Серега. Да, это карточка или что это будет у вас? Это достижение тебе. Да? Трофей тебе в Steam западет. О, отлично. У нас такой уже плод солидный. Блин, я так есть хочу. Вот, Дим, на. Плывите ко мне, у меня мясо кабана. Плывем. Дима хавает, можешь убить его, топи его, не летал уже я. А блин, я пока дойду с голодной. Тварь. Тебе еды, ты съел то мясо? Я добавлю сейчас. А ты крючок что не забрал? Вот. Не, который ты у тебя сломался там. А я уже новый сделал. Давай возьму еще один. Знаешь, какой там баг случился с системой? И я же, помнишь, запихал железо изучиться, оно у меня потратилось. А я на острове появился, оно у меня осталось. А это баг, я про него сегодня прочитал. А ты мне из еды что-то давал? Да, но она, походу, пропала. Очень странно. Ладно, ждем. Дим, надо тебе пить, а то я сейчас тебя ломаю. Вот не надо. А, давай, я возьму это. Пальмы есть, оказывается. Три пальмы пропустил, прикинь. Сейчас картошечку поем. То, что тебя телепортнуло, Серега, что ты пальмы пропустил. А его откатило. Зато кабана. А с чем связан откат? Это баг какой-то или что? Это баг, да, из-за того, что откатывается. Зато, Дима, знаешь, кабана убил, и мясо будет. Да, только ты, чтобы оно не скисло. Она, нет, здесь не пропадает мясо. Это что? Меня сейчас этот стервятник убьет. Я в пещере пока спрячусь, ребят. Из-за ветра мы не плывем к Сереге. Мы плывем к Сереге, но очень медленно. Мне кажется, это... Не, мы... Давай тогда... Тогда, Дима, оставайся здесь. Ты сможешь отбить, а я за Серегой. Давай. Сейчас, подождите. Я тут убегаю от стервятника, он тут камень. Так, я пока поем свеклы, все съем здесь. Ну вот, Аврора без мотора, Дима. Я все съем, ну пожалуйста. Дима 50 минут жрет свеклу с кем. Тебе что, жалко, что ли, или? Да. Ах ты, тварь. Ты можешь сейчас в воду нырнуть? Я сейчас умру, если она опять меня сейчас укусит. А тут чайки мешают. Какую воду нырнуть? Зачем? Просто, чтобы акула от меня отогрелась. Я умру. Хорошо, давай. Не, она пока меня не откусит, она не отстанет. Да, тогда все, умирай. Будет классно, я буду сам выживший. Ай. У меня куча еды останется. Серег, пробегись по периметру, ты увидишь мой труп, маячок для тебя будет. Блин, мы реально не плывем из-за того, что ветра нет в эту сторону? Да. Енот, ты где? Давайте немножко наискосок. А маячок увидишь, жопа будет там негрская. Ты у берега плаваешь? Не, прям посередине между плотом и берегом. Так, я плыву, только не туда плыву. Увидишь меня? Плот, я не вижу его. А это, смотри, там, где мы поставили плот, но на другой стороне острова этого. Давайте так. Я, кажись... А, это еще один остров, или это наш конченый плот? А, классный плот у нас, ну просто он как-то плывет. А если ты видишь конченый остров, то справа конченый плот. Просто пообщались. Справа, да, чуть-чуть правее там надо. Камеры там покрутися. Блин, я вообще не плыву, но мы на месте стоим. А ветер может измениться? Да. Все, я вижу. А меня чё видишь? Тебя? Вроде да. Дим, ты старайся плыть, а то я сдохну сейчас, возможно. А я не могу плыть, я сделал ветряки в нашу сторону, оно не плывет. Весло надо, Дим. Весло надо? Веслом, да. Акула меня, надеюсь, не сожрет, или, Дим, ты подвлекай на себя. Весло, акула. Мне надо пластик и веревка. Сейчас веревку сделаем. Так. О, забрал. Давай, погнал. Сейчас.
А лопата, ножницы. Где веревка? Уже, блин, запутался. Вот веревка. Веревка есть. Да, мало хп у меня. Если мы сдохнем, то мы сдохнем. Ну то нас Дима пойдет спасать. Надо пластика мне. Нема пластика у вас, не? А из хлама можно пластик сделать? Нет. О, по пути бочку залутаю. Какой бочку, Серега? Вон я к плоту плыву, ты что не видишь? Нет, я вижу только твою спину. А, я вижу, вижу, а Серега. Я буду спрыгиваю, чтобы акула на меня агрилась. Кто со мной? Я тебя толкаю. Отбиваюсь над тобой. О, что-то мне еды так мало стало. На голове Тима, типа, акула на себя отвлекай сейчас, я уже подплываю. Угу. Она на меня сейчас, походу, сагрится. Давай. Пока не вижу, что она плыла к тебе. Плывет, я прыгну в воду. Поздно, поздно прыг. Укусила за жопу. Давай. Давай, если пацаны, не... я вас верю. Вы смогли. Серега, ты столько проплыл с ним, 10 километров. Это, ребята, был эпический поступок от Сереги. Ребята, кабанчик. Давай, ну чё, мы сегодня, ребята, есть не зря это все было сделано. Дим, смотри, вот Серега. Я сам наложу дров. А жрет. Серега, ну покажись. Тварь, откусила кусок плода нового. Ну вот, смотри, на мне одета? Да, надета. Да. Хотя ее голова больше, но почему-то так. Почему-то так, да. Почему-то прям тебе под голову, как будто подрезал. А, это кожа. У меня посылочка. Металлический фонарь. О, изучено. Это мясо, кабана. Так, мне надо, получается, сюда сейчас медь поставить, плавить. Руда здесь в этой половине очень долго плавится. Ого, куски мяса, офигеть. О, кстати, я их первый раз вижу, и ни разу не было. Ну, ребят, сейчас будем кабанчика есть, это прям жир. Текает с него. Блин, я сейчас сдохну. Быстрее жарься, кабан. Я еще поставлю свеклу. Меняем направление, потому что мы не плывем. Нам, Дим, вот получается... Нам налево надо. Там вон остров есть какой-то. Хорошо. И справа есть еще остров. Но ближе. Всё, плывем на остров. Там дерево есть даже какое-то. О, вода, если надо. А что, надолго всё он жарится? Мясо, если прям мясо. Мясо? Мясо. Ну-ка. Я скрафтил получше топор. А чё он прям электрический уже? У него прям железный. Железный. Металл. Ну покажи. О, так у тебя же как с магазина. Нифига себе, ты там крафтер. Майнкрафтер. Блин, чё долго жарится? А чё, давай свеклу съем, то умру сейчас. Павый. Ну мясо, я ну жарься, поставлю. Ну мяско. Чайку слышу, где-то это летает. Тварь. На всякий случай пластик положу в хранилище, Дим. Низовое хранилище у нас есть, там тоже запасные ресурсы. Давай тогда тоже 6 подкину. Так, а это нам больше не надо, это... Инвентарь. Убираем и выкидываем. А в хранилище мало места, я вижу. Да, надо новое крафтить. Мясо сжарилось. Давайте посмотрим, сколько добавит. О, половину у меня теперь. Отлично. У меня тоже теперь половина. Блин, вы шутите, а мне? А я дохлый. Блин, я бы оставил, Серега, если бы знал, что енот будет. Сейчас, Серега, съесть. Тебе вот это вот. Виклы, вот это все твое. Если вам понравилась эта серия, и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Посмотри мои ролики еще.